работа. Спускаемся к воде и валим отсюда. Скорее же! Мы должны просигналить кораблю. Трекер, ты первый. Давайте, на борт! Так, ты в норме. Ага, вполне. Крепость. Это Могильщик 4. Мы взяли гражданскую лодку. Это крепость. Вас понял, Могильщик. Это старое ржавое ведро еле тащится. Прием! Это крепость. По вам ведут огонь, Могильщик? Повторяю. Могильщик, по вам ведут огонь? Доложитесь. Нам нужно отвезти их в безопасное место. Крепость — это Могильщик. Черт, сдохла. Посмотрите. Все эти люди и флот, как живые мишени. За нами! За нами в безопасное место! Владик, что творишь? Мы не можем их оставить, Пак. За нами! Мы доставим вас на Валькирию! Владик, ты в своем уме? Я в своем уме. За нами! За нами в безопасное место! Давайте! Давайте! Крепость — это Могильщик, ответьте, прием! Крепость — это Могильщик, ответьте! Давайте побыстрее, доктор! Я стараюсь, сэр, но многие беженцы требуют лечения. Мы хоть примерно знаем, сколько их у нас на борту? Полагаю, от 350 до 400. Точную цифру скоро получите. Это все? Да, сэр. Что с моей просьбой дать мне больше помощников? Извините, доктор. Придется вам обходиться тем, что есть. Когда мы достигнем Титана, они смогут нам помочь. Ясно. Сэр, я знаю, многие недовольны, что мы принимаем всех этих беженцев. Но как бы то ни было, я думаю, что вы поступили правильно. Спасибо, лейтенант. Трекер! Черт, чувак, ты так ворочался. Плохие сны. Пересменка в 10. Это еще 2 часа. И я удивляюсь, как ты вообще заснул. Черт, как же жарко здесь. Как будто на этом корабле воздуха нет. Кстати, тут ирландец был. Тебя будить не стал. И это правильно. Если есть возможность, надо спать. Ларик. Это готово. Секунду. Система навигации, канал связи со спутником, радар, гидролокатор, охлаждение, освещение на средней палубе. Есть. Ты что-то говорил? Только не говори. Погода ясная, бинокль с собой. 100 лет назад у нас не было бы проблем. А сегодня ослепли как кроты. Гребаные китайцы. Мы не уверены, что это были китайцы. Хочешь поспорить? 100 баксов. Ну что же, Эми преподнес нам кучу сюрпризов. Сержант,
начать. Дело еще не в проворот. Тревор, идите с парнями к генераторам ВЛ-4. Гидравликов простой. Вы должны осмотреть основные подводящие трубы и проверить незаметно. Держал ирландца на поводке. Вы, клоуны, притащили на борт целую прорву народа. Медотсек вон там. Ее муж заговорил. Но, возможно, травма головы у него серьезнее, чем мы думали. Эй, вам туда нельзя. Вы с ума сошли? Там мой муж. Мне очень жаль. Пустите меня. Кто здесь главный? Не могли бы вы отойти, мэм? Она с нами! Пропустите ее, салаги! Надо сделать томографию. У него может быть кровоизлияние в мозг. Это невозможно. Большая часть нашего оборудования отключилась из-за импульса. Мы планируем встретиться с Титаном, после чего можно воспользоваться их техникой. Я буду пристально наблюдать за вашим мужем, Нэр. Я останусь с ним. У меня есть медподготовка. Хорошо. Я буду рада любой помощи. Да, нехорошо, что он без сознания. Тебя ирландец искал. Кажется, он на нижней палубе для техники. Вы с ним еще не помирились? Это все, блин, глупость какая-то. Если адмирал Чан разжигает войну, то он может и по нам ударить. Мы погибнем и глазом не моргнув. Надеюсь, что все не так плохо, как кажется. Когда доберемся до Титана, будем знать наверняка. Внимание всем! Просьба любого работающего индивидуальное электронное снаряжение отдать для хранения на центральный порт живучести. Ирландец хороший парень, но вечно ввязывает нас в эти передряги. Не знаю, может, я должен высказаться, но трудно. Член подразделения не должен действовать вопреки решениям командира. Это плохо влияет на сплоченность. Но, с другой стороны, и о совести нельзя забывать, так? О чем это я вообще? Если уж на то пошло, решать должен был ты, а не ирландец. Эй, ирландец! Па! Эй, как дела? Вот, возьми. У нас 396 выживших. В основном женщины и дети. Мы сделали доброе дело. Ага. Эй, ну чего вы? Давайте без этой чуши, что они враги. Нет, конечно нет. Но это не тебе было решать. Дан передал командование Рейкеру. Да ладно тебе, Пак, что важнее? Поступить правильно или соблюсти правила? Знаешь, что обсудим это наверху. Будут проблемы, я отвечу перед Гаррисоном. Да не будешь ты отвечать, а вот командир будет. В идеале на этом корабле может разместиться, пусть и с трудом, до 400 беженцев. Если Гаррисон злится, пусть себе злится. Мы сделали все правильно. Тебе надо придумать объяснение получше. Говорит генеральный штаб. Выйдем на палубу. Штаб боевых постов. Это не учение. Эй, пропустите, морячки. Пропустите. Матерь Божья, смотрите. Будьте проклят. Волки-палки. Не нравится мне это, Пак. Столько трупов. Могильщик! Где, блядь, могильщик? Сержант Рекер, берите своих людей и за мной. Я за вами, сэр. Ну же, Рекер.
Часы на Титане тикают. Мне нужно видеть, что происходит на борту, прежде чем он уйдет на дно. Здесь действует множество факторов. Мы не знаем, кто на них напал, вернутся ли они. Никакие сюрпризы нам не нужны. Могильщик вас не подведет. Сержант Рекер, командование берет на себя агент Ковик. Подчиняйтесь его приказам, как моим. Разрешите обработиться. Но капитан сержант Рекер... Это не обсуждается, ирландец. Подчиняйтесь своему командиру. Если кто выжил, то место для них я найду. Валькирия займет оборонительную позицию в километре к востоку от Титана. Агент Ковик, забирайте свой отряд. На Титане мы будем искать информацию и выживших. Берите оружие и дыхательные аппараты. Я приготовил надувной катер. Идите. Отряд мальчиков на побегушках. Да ладно тебе, ирландец. Торопитесь, Морпей. Время работает не на нас. Сержант Рейкер, за штурвал. Мы не знаем, что именно случилось, Морпей. Но это наш шанс пролить свет на ситуацию. Смотрите, не облажайтесь. Понимаю, агент. Множество людей на Валькирии зависит от нас. Тут дело далеко не только в Валькирии. Леди, а меня чуть сюда не определили. А сколько у нас хоть примерно времени, прежде чем он пойдет ко дну? Достаточно. А что именно мы будем искать, агент? Титан, Херовина здоровая. Расслабься, наслаждайся поездкой, Морпей. Инструктаж будет, когда доберемся туда. Мы отправляемся в неведомое. Чем наслаждаться? Ирландец, хватит! Вы делаете свою работу, а я буду, блядь, командовать, ясно? Да, агент Костин. Повтори, Морпей. Наслаждаюсь поездкой, как ты сказал. Титаном риф на краю пропасти глубиной более 4 километров. Корабль может соскользнуть в любую минуту. Я никого не вижу! Блять, а где экипаж? Господи, она тонет! Глазам не верю! Теперь не верь, но кто-то это сделал. Ковик, сэр! Куда нам идти? Как мы попадем внутрь? Оплыли вокруг него. Ищите пробоину в корпусе или что-то в этом роде. Сюда! Давайте в дыру! Я видел такие повреждения раньше. Китайская противокорабельная ракета. Плыви внутрь, Рекер. Эй, слушай. Титан был вне зоны действия шанхайского импульса. На нем сохранились неизвестные нам записи данных, охватывающие несколько часов. Вот почему мы здесь. Нам лучше поторопиться. У вас есть стратегия на тот случай, если эта штука перевернется? Когда-нибудь он с рифа соскользнет. И когда это случится, нам лучше быть в другом месте, с регистратором данных. Что-то не звучит как план отхода, не? Будьте осторожны. Мы на палубе С и направляемся к центральному посту живучести. Ищем люк G46. Он приведет нас внутрь. Хорошо. Где это? Туда. Вперед!
что можно выудить из регистратора данных? Там много всякой херни. Курс корабля, журналы ретрансляторов и радаров, входящие сообщения, исходящие и любые инструкции, отправленные центральным командованием после того, как Валькирия потеряла связь. Куда теперь, комик? Как я и сказал, люк G-46 должен быть где-то здесь. Найдите его. Кто-нибудь видел этот чертов люк? Ищите дальше. Комик, а кроме как через G-46, по-другому нельзя? Мы пойдем именно так. Ищите дальше. Кто-нибудь, найдите этот чертов люк. Мне здешние звуки не нравятся. Пак, ты же в картах сечешь. Почему тебе не дали схему этого сраного корабля? Кончайте болтать и найдите этот чертов выход G-46. Вот люк! Трекер нашел! Дай-ка я помогу тебе. Открывайте. Мы спускаемся туда? Плавать ведь умеешь, а? Морпех, мы доплывем до средней палубы и вынырнем уже выше уровня моря. Приготовиться. Ты слышал, что этот мудак сказал? Прыгай.
Давай продвигаться! Бобик, а у вас есть стратегия на тот случай, если эта штука перевернется? Когда-нибудь он с рифа соскользнет. И когда это случится, нам лучше быть в другом месте. С регистратором данных. Что-то не звучит как план отхода, не? Будьте осторожны. Мы на палубе С и направляем... Вот люк! Трекер нашел! Дай-ка я помогу тебе. Открывайте. Мы спускаемся туда? Плавать ведь умеешь, а? Морпех, мы доплывем до средней палубы и вынырнем уже выше уровня моря. Приготовиться. Ты слышал, что этот мудак сказал? Прыгай. Выжившие? Может, механический звук. Нужно идти. Уровень воды быстро поднимается. Ну что, готовы? Готовы. Они близко. Звук идет откуда-то спереди. Сэр, кажется, это сигнал СОС. Кому-то, видимо, нужна помощь. Я этого не знаю, сержант. Наша задача не только гребаная разведка, но и поиск выживших. Сейчас ни время и ни место. Пойми, сержант! Жизнь... Машинное отделение. Ничего себе, весь этаж затоплен. Черт, кажется, вода поднимается. Найдите путь. Они по другую сторону двери. Сюда, быстро. Здесь! Эй, внизу! Вода прибывает, вы должны нам помочь, это единственный выход. Не волнуйтесь, мы вас вытащим. Отойди, Морпех. Выйдите ее! Они, считай, мертвы.
Пошли! Чёрта с два! Мы их не оставим! Да ты с газовым резаком, мы справились бы минут за 9! А вода прибывает! Мы бы вытащили уже трупы! Оставляем их здесь! Это приказ! Ты слышал слова Гаррисона? Да пошел ты! Держитесь, ребята! Нет, ирландец, нет! Отдай! Черт возьми, ирландец, успокойся! Ничего не поделать, пойдем! Вперед, вперед! Сукин сын, я ему устрою. Он у меня получит. Рекер, нужно идти. Эй, нас заперли здесь. Не оставляйте меня, я не хочу тут умереть. Кто вас запер? Нас заперли здесь, а потом оставили. Не знаю почему. Дали по кораблю ракеты, а потом поделись на борт. Да привет какой-то. Рекер, пойдем. Эй, я не хочу здесь умереть. Нет, прошу вас, передайте моей маме. Передайте. Давайте заканчивайте. Через пару минут он пойдет ко дну. Ты нашел его, Рекер? Теперь валим нахер с этой рухляди. Как раз, блять, вовремя. Назад, на Валькирию. Я слышу голоса. Снимаем их. Давай. Команды. Мы ждем. Веду огонь.
Thank you.
Внимание! На подходе противник! Thank you.
единственный шанс свалить отсюда нахер. Прыгаем с корабля, это наш выход. Ты что, совсем нахер спят? Ты что, шутишь? Черт! Давай, давай, быстрее! Сейчас же!
они захватывают наш дом! Последнее ошибление. Вперед! Они повсюду на корабле! Пытаются нас убить! Где Гаррис? Капитанский мостик замолчал минут 10 назад. А люди, которые были с Гаррисоном? Какие? Супруги китайцы? Да тут повсюду китайцы! Блять! Нужно добраться до мостика! Быстро! Капитанскому мостику! Веди, Рэй! Осторожно, ребята! Тут не поймешь, кто друг, кто враг!
часто! Открывай, Рекер! Ханну в беде! Выносим дверь! Какого хрена, Пак, давай! Она дело знает. Где он, черт побери? В другом месте. Приказ Гаррисона. Что? И ты его оставила? Ему наплевать на меня. Что я должна была делать? Драться с ним? Я держала оборону. Позвоните на мостик, спросите Гаррисона, где он. Он вас послушает. Боже, Ханна, мостик отрезан. Уходим отсюда. Могильщик, вперед! Я за вами. Полна сюрпризов, да, Ханна?
быстрее! Добраться домой! Ладно, с тобой, Рэд! Хана, укрытие! Рывками!
пустушка! Рекер, можешь попасть? Никак нет! Нужна перезарядка! Знает Гаррисон. Чан. Да. Чан будет вас искать. Да. Вы теперь в самой гуще событий. Смотри, чтобы он выжил. Морпехи, скажите Гаррисону, что он должен ей доверять. Спасибо. Рекер! Рекер! Теперь ты главный! Идите! Идите! Ну же, пошли! Я пойду первым, командир. Какой будет приказ? Отправляемся на мостик и ищем Гаррисона. Похоже, ты снова командуешь. Чисто! Чисто! Капитан Гаррисон, мост чист. Он в порядке? Состояние стабильное. Где агент Ковик? Он не выжил, сэр. Черт побери. Благодаря могильщику Валькирия все еще на плаву. Однако ее здорово потрепало. Мы далеко от дома, ребята, и во вражеской акватории. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Сержант Рекер, жду вашего отчета через 15 минут. Могильщик в вашем распоряжении. Есть! Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего флота что-то осталось, то они теперь как слепые.